Владимир Николаевич Иванов, герой Советского Союза, герой России, летчик-космонавт, выпускник военмеха Сергей Константинович Кирхалев, герой России, летчик-космонавт Андрей Иванович Борисенко. Владимир Николаевич, пожалуйста. Так, уважаемые гости, участники мероприятия, военмех очень свято чтит свои традиции, поэтому раз в 5 лет мы всегда проводим юбилейные мероприятия. Но эти мероприятия проходят не только как юбилейные, но и как мероприятия, содержащие большое количество научно-технических конференций, подписания соглашений. И в том числе у нас есть галерея почетных выпускников друзей военмеха. И нам очень приятно, что эта галерея, расположенная на втором и третьем этаже, постоянно увеличивается. Появляются новые выпускники, которые внесли наиболее значимый вклад в развитие нашего оборонного комплекса, государства, различных отраслей промышленности, учебного процесса, в том числе нашей страны России, других стран, других дружественных республик. Значит, сегодня мы открываем в очередной раз, но не открываем, а дополняем галерею выдающихся выпускников новыми портретами. И вторая часть мероприятия, мы открываем знаки генеральных конструкторов. Мы очень ценим, что из стен военмеха вышли практически все конструктора боевых ракетных комплексов, крупнокалиберной артиллерии, сложных космических систем. И генеральный конструктор – это конструктор, который обладает огромным запасом знаний, огромной энергией и силой воли. Потому что мы помним историю военмеха, когда не все генеральные конструктора могли взяться, найти силу воли, решить вопрос о создании того или иного комплекса. И мы очень рады, что эта галерея выдающихся